Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». В прошлом году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, и привычный уклад жизни для многих радикально поменялся. Социальные службы оказались просто не в состоянии справиться с возросшей нагрузкой, и появилась нужда в большом количестве добровольцев. С одним из волонтеров, Светланой Маловой, мы встретились в нашей студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Валерий. Я знаю, что в конце 2020 года вы получили награду, вручал лично губернатор, награду от президента России. Расскажите немножко об этом. Да, в конце 2020 года, в декабре месяце, было награждение волонтеров, добровольцев, тех людей, которые, в общем-то, служат обществу. И я попала в число их. Конечно, все это делалось не для этого награждения, но, конечно, было приятно, что были мы отмечены. Награду действительно награждал губернатор наш Нижегородской области Глеб Сергеевич. И награда была от президента Российской Федерации. Было приятно, было очень много волонтеров, много людей, и каждый был отмечен. Ну, как вот вы уже сказали, конечно, своей деятельностью вы ее осуществляете не для какой-то награды. Ну, интересно, что вот в последнее время, конечно, волонтерское служение, оно очень востребовано, оно освещается различными СМИ и так далее. То есть о волонтерах все знают. Но, в общем-то, так ведь было не всегда. Да, кстати, так было не всегда. Но если я буду говорить сейчас о себе, да, вот, то я уже занимаюсь вот этой благотворительной деятельностью с 2012 года. То есть это не вот сейчас, в этом году, да, вот эта пандемия была, да, и я начала этим заниматься. То есть мне кажется, вообще я, не знаю, в садике не помню я себя, но со школы точно. То есть все знали, что есть вот Светлана, к которой можно подойти, она в чем-то поможет, словом там добрым, да, или какими-то действиями. Поэтому это такой образ жизни, образ мышления, без которого, в общем-то, жить не можешь. И вот с 2012 года я занималась уже благотворительностью, это были благотворительные концерты, где... На этих концертах мы помогали деткам больным с различными заболеваниями, либо это концерты в каких-то реабилитационных центрах. Угу. Вот. Также очень много концертов было проведено в колониях общего, строгого, особого режима. Светлана, я немножко пояснить. Вы являетесь исполнительницей различных песен, как свои авторские песни, так и песни других авторов исполняете. Да. В сердцах у людей доброта неспроста, мы дети одной земли. Пусть благословляет Господь нас всегда за свет и тепло любви. Свою благодарность пою небесам за все, чем живется мне здесь. За верных друзей и за мать и отца, за каждую добрую весть. Особое место на этой земле, как счастье в ладонях подари на мне. Мой Нижний Новгород, город родной, ты дорог не мне одной. Особое место на этой земле, как счастье в ладонях подари на мне. Мой Нижний Новгород, город родной, ты дорог не мне одной. У нас, ну, есть записи на телеканале, иногда они идут в эфире. Вот. То есть, ну, когда речь идет о благотворительных концертах, это вы ездите и даете эти благотворительные концерты в различных местах
городах. Вас зовут или что? Да, меня зовут. Это разные города, это разные страны, да, это различные места. То есть с 2012 года где-то было проведено, я так посчитала, приблизительно около 350 концертов. Вот. И это не только в России. Все благотворительные? Все благотворительные, да. Всегда концерты благотворительные, то есть меня приглашают, я еду, в общем-то, вкладывая даже свои средства. Вот. Ну, потому что так однажды решила. Пока могу, буду делать так. А вот вопрос, так однажды решила. Ну, может быть, расскажете вот о самом принятии решения? Ну, наверное, просто потому что каждый человек задумывается однажды о смысле жизни. И я также задумалась. А каков мой смысл жизни? Прийти, прожить и уйти, что я могу здесь сделать для людей. И, наверное, вот тогда я поняла, что я не хочу жить для себя. Не, я, да. Я хочу делать для людей, как Христос, когда приходил в этот мир, да, он служил людям, помогал им, заботился о них. Я поняла, что я хочу быть похожей на него и, в общем-то, нести то же самое. Именно поэтому вот это решение было принято. Иди, помогай, делай для общества, для людей, которые живут около тебя, для близких. Вы говорили о служении в колониях различных. Может быть, об этом тоже расскажете? Опять же, вернусь к тому моменту, когда я стала на этот мир глазами, наверное, вот нашего Господа смотреть, что все люди одинаковые перед Ним. Да? И вот как вы сказали, Валерий, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, да? И люди разные, и в разных обстоятельствах попадают, да. Но и даже если идут на намеренное преступление, да, я понимаю, что они также нуждаются в добром слове, в любви. И если они ее получат через те песни, которые я, да, им привезла, туда спела, через те слова, которые я им сказала, обратилась к ним, кто-то задумывается. И есть такие опыты, и немало таких опытов, когда люди потом, выходя, мне пишут в соцсетях: «Ты была у нас с концертом, Светлана, я помню те слова, которые ты сказала. Я хочу жить так, как ты говорила. Я хочу жить так, как ты говорила». Вот. И до сих пор слушаю твои песни. А вот ради этого стоило действительно туда поехать, да, и что-то сказать им доброе. Ну, в общем-то, понятно, что для человека важен пример. Конечно. То есть и в этой ситуации ваш пример для них... Да, потому что, это действительно, и они удивлялись. Зачем ты к нам приехала? Что тебя сюда, да, тянет? А я просто смотрю на них и говорю, что а я вам сегодня привезла хорошее слово, доброе слово, да, хорошее настроение, вот, и чтобы что-то увидели другое в этих стенах. Понятно. А, ну, наверное, не только колониями ограничивалось... Да, да, я уже сказала, что меня приглашали в различные реабилитационные центры для алконаркозависимых. Либо это центры, где находятся там больные, да, люди, больницы. То есть, вот, вы знаете, вот мне все равно, куда идти, где петь, где говорить, потому что я слова нет, вот отказать я, в общем-то, для меня это проблема. Если мне просят, да, вот что-то сделать, и я понимаю, что я сейчас свободна, что я сейчас здорова, что у меня есть сила на это, я всегда говорю, да, конечно, я буду там, где мне надо быть в этот момент, и иду. В основном вас зовут. Да. А куда-то вы сами идете? А куда-то? Напрашиваетесь. Ну, как сказать напрашиваетесь? То есть я могу предложить, да? То есть если есть... какое-то у меня понимание, что вот там я могу тоже, да, вот спеть, вот там провести концерт, там что-то доброе привнести. Я могу предложить, что вот я могу это сделать. Допустим, вот буквально недавно был концерт в администрации нашего Ленинского района в Нижнем Новгороде, да. Пригласили, потому что я уже 3 раза там концерты проводила. Вот они сказали: Светлана, мы хотим еще раз, чтобы вы у нас вот провели концерт. Да, все было на расстоянии, все было, как говорится, нужно, все в масках, да, были. Вот. Ну, я с большим удовольствием. Я говорю, конечно, я приеду. Привезла туда аппаратуру и привезла им вот это вот хорошее настроение. И вы знаете, вот после концерта подошла одна женщина и вот мне сказала, вот этот год, он был такой сложный, вот прошлый, да, вот который, этот вот период был такой сложный. У меня прям сердце говорит, вот прям ее слова говорю, у меня прям сердце говорит, прям вот закрылось. А сегодня, говорит, после вашего концерта оно у меня опять открылось. И у нее прям слезы на глазах. И я смотрю на нее, и я счастлива от этого, что у кого-то сердце открылось после концерта, да. И вот, может быть, для нее я приехала, да, сюда и сегодня спела.
Я такая довольная всегда и счастливая, уезжаю после таких мероприятий. Где-то уставшая, может быть, да? Вот, где-то задумчивая, потому что, ну, различные, да, ситуации есть. Вот даже из той же колонии ты едешь и анализируешь, потому что ты видишь перед собой эти лица, которые на тебя смотрят, да, ты понимаешь, что они там за что-то, да, каждый сидит. Вот, ты едешь такой уставший, может быть, морально, но счастливая. Счастливая того, что я что-то сделала. Угу. Вот такой вопрос. Даже провести концерт, это все-таки не один человек его организует. У вас команда есть какая-то? Ну, на самом деле, команда моя такая. Я звукооператор, допустим, да, если вот мне нужно. Иногда вообще вот, я сама за микшером, сама себе, в общем-то, провожу. Сам себе режиссер, как говорится, да. Аппаратура моя и минусовки. Все, то есть большой команды не нужно, чтобы поехать куда-то. Поэтому легко вот сесть за руль, загрузить аппаратуру и поехать. Твое имя Россия пахнет медом и мятой. Слишком дорого платишь ты за каждый успех. Всем всегда помогаешь и всегда виновата. Твое сердце большое болеет за всех. Наверное, нужно, чтобы услышали, узнали, захотели пригласить. Да. Ну, то есть какие-то вот такие Отвечу вам, поняла, Валерия, отвечу вам так. У меня каждый день приходит очень много писем на личную почту и в соцсетях, где... Ну, может быть, раз в неделю я точно вижу сообщение о том, что Светлана, слышали ваши песни. Допустим, это может быть какая-то больница, да, или вот опять же повторюсь, какие-то, ну, учреждения. Хотим, чтобы вы к нам приехали, спели. Такой-то месяц, можете ли вы, свободны или нет? Я смотрю свой календарь, говорю, так, могу, вот такая дата у меня свободна, записывайте нас. То есть получилось так, что вот за эти 8 лет, наверное, очень многие люди услышали мои песни, потому что у меня есть также официальный мой сайт, когда люди заходят туда и слушают. Около, у меня есть статистика, около 110 стран ко мне заходят на сайт и слушают песни. Поэтому не все еще страны объездила. Понятно. Большое поле деятельности. Да. Все-таки теперь вернемся к недавним, к недавним временам. То есть очень многое поменялось у нас в стране в прошлом году в связи, в общем-то, с понятной причиной, с пандемией, с карантином, со всем остальным. И неожиданно, ну, неожиданно можно в кавычках сказать, а может быть даже и не в кавычках, неожиданно потребовались волонтеры. Да, волонтеры, добровольцы. Не безразличные, да, вот люди. И как-то они очень быстро появились. То есть, вообще говоря, появились они быстро, потому что это, ну, просто стало востребованным, или они появились быстро, потому что, в общем-то, все к этому готово было? Я думаю, они появились, потому что в людях заложено. Вот в людях заложено это желание что-то делать для других. Ведь мы вроде смотрим, да, злые люди видим, что-то плохое или еще что-то. Но я всегда говорю, что в человеке больше хорошего. Во всяком случае, что мы больше хотим видеть, да, то и видим. Поэтому вот те люди, которые что-то хотели сделать, они знали, как себя применить в период вот этой пандемии, когда такой вот клич, да, был, что нужны помощники. Они поняли, что вот здесь они могут помочь. Ну, возможно, это вот одна из причин, вот, да, я не буду говорить за всех, да, я не знаю, у кого какая причина. Я просто к тому, что любое дело... Ну, и доброе дело в том числе. Да. Оно должно быть организовано. То есть, организовано. Оно не происходит просто потому, что вот
ну, как бы это сказать, тысячи волонтеров. Из ничего, да. Их надо как-то собрать, призвать, организовать. Ну. Да, есть такая организация всероссийская «Мы вместе», да, и вот эта организация собрала этих людей, угу. да, которые сегодня очень-очень сильно помогают людям, помогают медикам. И, да, вы правильно сказали, что везде нужна организация. Должен быть руководитель, люди, которые в общем-то, координируют, многих, координаторы, да, многих обязательно. Как раз останавливает ну, в их благотворительности. Я хочу помочь, но я знаю, что я сам, в принципе, ничего особо такого сделать не могу. Могу. То есть да. я могу конкретно да. какую-то помощь. И многие люди вступали вот в это движение, и вступают до сих пор, да, которые вот, хотят помочь в это движение, и там уже координируют, где, какая помощь нужна. Есть соцсети, опять же, да, есть сайт, есть чаты, где эти волонтеры входят. И вот каждый вечер мы смотрим, где есть нужда и куда мы можем пойти и помочь. Угу. Ну, в общем-то, ваша помощь в течение вот этого времени, она менялась. То есть да. сначала вы что-то одно делали, потом... Да, с середины да. марта же все вот угу. это началось. И с середины марта 4 месяца практически как на работу каждый день или через день, да. Вот волонтеры ездили от соцзащит нашего города, от различных районов, да, социальных защит, именно раздавали продуктовые наборы. Горячее питание прям в боксах возили для малоимущих, для многодетных семей. То есть у соцзащиты есть список, да, естественно. Угу. Вот. И вот мы вот этим самым они поддерживали. А мы как волонтеры, автоволонтеры, пешие волонтеры. То есть это у кого какие возможности есть, да. Брали это все и развозили. Тут было 4 месяца продуктовые наборы. Вот, развозили. Причем я вот развозила от разных благотворительных организаций, не только от «Мы вместе». Есть Всемирная организация «АДРА», есть «Добрые руки» у нас также в Нижнем Новгороде, благотворительная организация. То есть вот где нужна была, вот сегодня я свободна, да, там нужна, я еду туда. А иногда просто от себя. Вы знаете, Валерия, мне просто писали в соцсетях люди, либо сами нуждающиеся, которые говорят, а я сижу голодный. Я просто ехала в продуктовый магазин, набирала в пакете, ну, самые такие вот крупы, да, что вот можно из чего приготовить, чтобы человек продержался, да, вот какое-то время. Вот просто везла. Либо мне звонили, говорили, или писали, или звонили. Вот у меня есть в соседях семья, которая очень нуждается. Можете ли вы как-то помочь? И я даже вот иногда даже не напрягала какие-то фонды, а просто, опять же, вот ехала и сама делала по своим возможностям. Угу. Это было вот до 1 июля. Но осенью другая волна так. произошла, да. И так получилось, что мы всей семьей переболели все-таки ковидом. Mm-hmm. С середины сентября и весь октябрь, полтора месяца, мы боролись с этой болячкой, но мы ее побороли. Вот. В общем-то, тяжело было очень, но не об этом. Когда я уже выздоравливала, у меня в голове все время крутилось только одно. Как я могу помочь медикам? Потому что я изнутри увидела эту ситуацию. Mm-hmm. Я изнутри увидела, насколько они нуждаются в помощи, насколько им тяжело, насколько они устают. А в какой помощи в основном они... Я сейчас объясню. Mm-hmm. Во-первых, помощь... Так как очень много медиков перекинуто на ковидное отделение, да, mm-hmm. туда, в обычных стационарах, да, в других отделениях, медиков мало. Там в основном студенты, да, там, или, в общем-то, медсестры, медбратья, да, основная масса на ковидное отделение. Вот. Поэтому, вы знаете, даже в стационар я приходила, в нашей больнице тоже, вот, в Нижнем Новгороде, одной из больниц, я просто приходила в стационар и говорила, чем я могу помочь. Вот как волонтер, да пусть как санитарка, да. Вот. Mm-hmm. И я там помогала. Я находилась там целый день, я помогала, я была около этих больных, которые после операции, это было урологическое отделение, то есть, естественно, там люди после операции, я им помогала дойти до операционной, элементарно, чтобы им перевязку сделали, да, вот. А я помогала им воду поднести, потому что им пить нужно, они не могут встать, да, а родственников не пускают, потому что пандемия. Поэтому медикам чем-то помогала, что-то нарезала, что-то делала. Такие вот... Даже вот такая помощь. Потом, значит, помощь в том, чтобы вот сегодня, допустим, развозят очень много лекарств, автоволонтеры лекарств ковидным больным по адресам. Mm-hmm. То есть поликлиника дает адреса, мы берем там 10-15 адресов, да, и едем по этим адресам, привозим
пакетиках, значит, лекарства для больных. А мы возим врачей, медиков, которые едут, чтобы брать мазок у больных. Да? Угу. Или просто на осмотр. То есть поле деятельности огромное. Элементарно нужно в поликлиниках, даже в гардеробе, человек, который, потому что утром наплыв, больных много, да, угу. И гардеробщица просто не успевает. И волонтер идет туда для того, чтобы стать вторым человеком, чтобы помогать, вот, одежду принимать. Вот кто в чем, да, вот может себя? Кто-то не поедет к больным, потому что еще не переболел, боится, переживает. Mm-hmm. Это все понятно, это совершенно, да, понятно. Но он может в другой сфере помочь. Колл-центр. Сидеть в поликлинике, отвечать на звонки, говорить о том, что положительный или отрицательный. Как-то успокаивать людей, да. Ну, или забивать базу. Вообще говоря, волонтеры закрывают нехватку. Да, очень много. Ну, нехватку людей, медперсонала, да. В соцслужбах и да. так далее. То есть да, да, да. Людей не хватает, поэтому нужны волонтеры. Да, я говорю, в различных. Можно найти себя, если у тебя есть желание помочь, да, угу. можно найти себя ну в этой нише. Поскольку ситуация кризисная, понятно, угу. что такое количество специалистов просто, ну, даже, наверное, не специалистов, а такого количества персонала да. просто, в принципе, не могло бы быть. Да, да. А с 1 января этого угу. года уже у волонтеров был список, кто в какой день куда поедет. И, в общем-то, с 1 января мы уже все вышли и занимались волонтерской деятельностью. Угу. Понятно. Ну, вообще говоря, я вот слушаю, и я понимаю, что у вас это как вторая или первая работа. То есть вы просто да. тратите огромное время на это. Да. Я знаю, что есть множество людей, которые чем-то готовы помочь, но регулярно тратить много времени у них просто нет такой возможности. Конечно. Ну, из-за того, что нет такой возможности, люди боятся брать на себя какие-то обязательства. Угу. То есть так ли все в этом плане жестко? Или есть какая-то возможность человеку помочь, даже просто если у него там, я не знаю, час времени есть? Я поняла, да, Валерий, это добровольное движение, да? То есть волонтер – это доброволец. Угу. Поэтому я всегда говорю о том, что если есть хотя бы час в неделю, 2 часа в неделю после рабочего времени, да, или выходной день, да, или час в месяц уже будет помощь, потому что вот если сегодня некому помочь, а вот этот человек может именно сегодня час посвятить, да, для того, чтобы помочь, угу. то уже будет от этого радостно, уже будет вот закрыта вот эта ниша. Поэтому это все зависит от желания, конечно же, от возможностей, поэтому никакого, в общем-то, никогда никого не осуждаю, не сужу, да. Во-первых, это должно быть и сердце расположено, да. Это должна быть возможность, это должно угу. быть желание. Поэтому, если есть вот это желание, я думаю, что человек найдет себя, где реализовать. Как вот эти многие тысячи волонтеров, которые сегодня трудятся. То есть не надо бояться? Не есть надо. Свободное время, да. есть и побуждение, помочь. Надо конечно. Найти волонтерскую организацию, да. позвонить или написать, да, 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 и просто поучаствовать. Да, и знаете еще, что хочу сказать? Буквально вот вчера или позавчера увидела такое сообщение в чате, когда вновь прибывшие такие волонтеры, новобранцы, да, только присоединившиеся, что-то сделали. В больницах находились, что-то помогали, делали. И вот в чате такое письмо. «Как же я счастлива! Кто бы знал! Я не могу даже описать свои чувства». Ей там пишут вроде бы, а что, что именно? Она говорит, я сегодня сделала что-то хорошее, я от этого просто счастлива. Полезно. Полезно, да. Вы знаете, Валерий, это можно сказать, что даже так вот... Из эгоизма даже можно делать, потому что на самом деле, когда ты что-то делаешь для другого человека, ты настолько счастливый. Я еду всегда улыбаюсь. Вот я себя ловлю на мысли, что я вот что-то сделала, еду домой, и у меня улыбка. И сама себя на мысли, а что ты улыбаешься? Да потому что хорошо. Угу. Да потому что ты угу. пользу принес. Я вот слышал, что вы записали песню. Да. Так. Мы снимали даже не то что песню, есть, да, песня «Гимн медикам», которая тоже была написана сразу после того, как я выздоровела, даже, по-моему, еще болела. Вот. Я уже думаю, что-то хочется для врачей сделать такое. И мы сняли клип. Клип снимался в «Красной зоне». Угу.
И хотелось бы тоже вот сказать, вот я и оператор на нас надевали эти костюмы все. Понятно. И я провела в этом костюме час. И когда мы оттуда вышли, я с еще большим уважением посмотрела на тех медиков, которые там по 8 и более часов находятся в этих костюмах. Мы были мокрые, мы были уставшие, нам хотелось это все с себя как быстрее снять, да, и вдохнуть воздуха чистого. Провели час всего лишь. Да, был клип снят, он был раскидан также по всем чатам медиков. Очень многие медики увидели, его показывали по телевидению тоже, во всех соцсетях нижегородских также этот клип был. Поэтому даже сегодня иногда, когда я прихожу в какой-то медицинский центр, мне говорят, что это вы? Песни пели нам, медикам. Я видел клип. Я говорю, да, все для вас, потому что вы такие вот ангелы в белых костюмах, как поется в этой песне. Светлана, к сожалению, время заканчивается, но, наверное, вы чего-то хотели бы пожелать нашим зрителям в конце. Да, конечно, о чем я, в общем-то, и говорила, да, что отдавать всегда это здорово. Когда ты отдаешь что-то. Это положительные эмоции, это такое вот счастливые минуты, когда ты видишь глаза людей, которым помог. Поэтому я бы хотела пожелать всем, чтобы они нашли в себе минуту, 30 минут, час для того, чтобы помочь людям. И не обязательно даже делом. Иногда можно просто поддержать словом. Потому что это тоже очень важно в сегодняшних обстоятельствах. Спасибо большое. Склонился в ночи надо мною, вижу глаза за прозрачной стеною, мне не забыть этот свет глаз. Через очки медицинские прямо смотрят мне в душу тепло и упрямо жаждут отвоевать нас. Где-то мой дом, там возносят молитвы, чтоб в эпицентре невидимой битвы не опускали врачи рук. Боже, как ясно сейчас понимаю, жизнью своею не я управляю, ангел, прошу, не прерви круг. В ангельских белых одеждах я знаю, есть человек, кто устал, но спасает. Хочется очень остаться живыми, а на костюме маркером имя. Имя земное у ангела есть моего. Я никогда не забуду, поверьте, его. Веришь, жива, иду на поправку. Вот документы, тесты и справка. Ведь это место уже ждут. Я ухожу, но других все привозят, кто-то уходит, кого-то увозят, кто-то вторично рожден тут. Снова увижу семью и знакомых, только все будет теперь по-другому. Знаю, что ангелы есть здесь. Бога о них в тишине умоляю, пусть бережет их и благословляет. Бог есть любовь, и об этом моя песня. Помогать слабым – естественная потребность любого нормального человека. Мы часто заглушаем в себе эту потребность, оправдывая себя, что у нас нет времени или не хватает средств. В действительности большинство из нас могут выделить время,
чтобы оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Всего доброго, до свидания.